ребята. Вот они, гавроши. Вот она. Ниязову, Каримову, Акаеву, Назарбаеву. Только Сталин остановил этот вывоз. Так они его убили в марте 53 года. Сегодня те же песни. Нет противника, все хорошо, все отлично. Противник есть. И всегда будет. Всегда будет противоборство между странами. Разрушили Российскую империю. И говорят, все хорошо, создали Советский Союз. Потому что все управляемые, все как марионетки, все как Горбачев. The true Zhirinovsky is that Mr. Zhirinovsky wants to be on television. It's very hard to make news in this campaign, so he's doing whatever he can to get on TV. If it means talking about Yeltsin and joining a coalition, he'll do that. If it means Zhuganov, he'll do that. За то, чтобы французская и русская культура стали доминантами в Европе. Условия, у вас будет хорошее, счастливое детство, у вас будет меньше проблем с этим галстуком. Ну, галстук обычный, как и у меня, это не чем-то особо не отличается. А это как ее? Просто распишите сам на книжке-то. Тихо. Мы за. Ну, не знаю, такой же, как говорится, из нашего круга, такой же человек, как и мы сами. Мне кажется, достойный человек. Но не как Ельцин. Жириновский, он даже пришел, ничем, ни с кем не поздоровался и вышел из машины. О, какой он хороший у нас, красивый. И так уверяет, что мы за него пойдем голосовать. Нет и нет. Without question, Zhirinovsky thinks the future is his. Think about it. Yeltsin, if he wins this election, does not have many years left. There's no political party behind Yeltsin. There'll be a vacuum on that side of the political spectrum. Looking at the communists, they look very powerful now and organized all over the country, but the average age of the party, the Communist Party, is 59 years old. That party does not have a future at all as well. Поздравляю вас с тем, что стали духовно особо, духовно мать, духовно родился, духовно родился,